Виталий Рымарь в детстве мечтал стать космонавтом, но увлекся музыкой, которая помешала воплотить мечту в жизнь. Но он об этом не жалеет. А артистом кино не хотел стать? Ты снимался в трех фильмах. У меня корона была одновременно. Там я такой звездой был. Когда тебе там 16-17 лет, у тебя начинают просить автограф где-то, да. Мужской разговор о кино, шоу-бизнесе, о себе, о семье, о любви к жене и детям. Виталий Рымарь. Я как-то сам перешел на эту тему. Смотрите 16 апреля в 19 часов на телеканале «Лента» и во всех социальных сетях. История 246. Телеканал «Лента» ты не смотришь? Смотрю иногда, но чаще в YouTube. На телеканале «Лента» да. Есть достойные программы и да. Передачи. Да, теперь мы начинаем тебя рекламировать.